Всем привет! Пока мне доску не везут, решил время не терять, съездить на заготовку корешков. На шпангоуты, на дуги. Всего понемножку. Лучше сразу. Вот этот один начал. Сейчас просто покажу процесс, как это примерно выглядит. Когда вот это вот расковыриваешь все, оттуда мошка, всякая хрень, короче, лезет. Ну, стало немножко пошатываться, но где-то еще держит. Вот это только нужная часть мне. Вот. Понимаете? А корешков надо подрубить. Они все отпустили это дерево. И оно упало. Это что-то держит. Нет, не могу. А вот. Как-то так. Короче. Все очень. Это топорик я. Плохо подзаточил. Обычно я, вот, я его применяю для корешков сильно. Тоже процесс понятен, все я снимать не буду. Мне надо 20 корней и 4 дуги. Представляете, сколько это время займет. Так что буду небольшими обзорами процесс показывать. Ну, как бы поэтапно один корешок покажу на дугу. Думаю, хватит, потому что неудобно и снимать, и комарье жрет. Только выключил камеру, собрался убирать. И оно потихоньку само упало. Ну как само? Дождалось. Вот. Здесь я все с помощью топора. Потому что цепи дорогие. Очень жалко. То, что заработал, то израсходовал, это тоже не дело. Кому такая работа нужна? Сейчас я его уменьшу, чтобы не таскать. Вот так вот получается. Ну, тут еще можно поубирать. Если бы комарья было меньше, я все равно подпилю. Здесь все равно один только корень выйдет, два не выйдет. Вот что самое обидное. Эта часть позволяет корешок тонковат на два корня. Жалко. Пипец как жалко. Первый пошел, гнильцы нету. Бывает еще зараза, здесь этот процесс, а здесь потом гниль. Это вообще беда просто, полное отчаяние. Руки падают сразу. Вот так я его облагородил. Это уже пойдет в лодку. Но вообще по месту здесь сейчас у меня бензина маловато, я, наверное, так не буду. Больше бензина нас жжет. И поперечкой хуже пилится тут. Посмотрим, как дело пойдет. А так вот, 20 штучек таких надо. Один есть. 4 дуги. Решил чайку попить. Вышел. Мошки, комарья, тьма тьмущая. А так солнышко, небо чистое, вообще обалденно, конечно. Погодка. Шашлычок делать. А торопиться не надо. Потихонечку все сделаем. Нашел на дугу деревце. Опрокинул его. Надо было видеть, конечно, с помощью клиночков. Но
дачный. Цепь уже села совсем, вообще не пилит. Практически. За счет мощи пилы только. Баланчик вообще классный. Вот этот баланчик ровный. Видно, сучья ровно идут. Не винтовой. И как раз с этим носом. Вот когда раньше деды делали лодки, они делали вот с таким вот передком. Здесь уже выделывали. И целиком переход пошел. Ну, смысла нету. Друг друга не врезаешься. Потом потихоньку от этого ушли. А раньше деды так делали. А я сейчас возьму отсюда на две дуги. Сразу на одну лодку будет. Сейчас здесь лишка возьму. Это отпилю. Тут торцану. И потом буду распускать. Ну, чистовая, чтобы 40 получилось, 50 там, не больше. Смысла нет. Структура там все связана, там очень крепко получается с цельного корня. Вот так вот как-то. Так я уже 7 корешков, ну, практически 9, там еще один на 2 корешка у меня распустить. Все в процессе. Как-то так. Слетело, кусануло, бывает. Когда-то мы заготавливали баланы, на гардиоле не пилили, что-то у них там все было не сладко. Пилили вручную баланы по 4 доски где-то на 40, на 45. Потом через рейсмус прогоняли до 18 и делали лодки. Таких 4 лодки мы сделали. Даже, наверное, 4. 4 лодки. А, Паша Алексенко поехал с Матвеем. 30-й у них Тахацу. Мощный моторчик. А мы сейчас будем распускать. Шину я поменял, цепь поменял. Будем распускать, чтобы лишнее не тащить. Здесь сейчас распущу. Снимать не буду. Что только рев это. Хочу показать разницу. Продольной цепи. Частота пропила. Вообще изюм. Сейчас я еще вот так вот. Две полоски мне надо. Две шпангола у меня на одну лодку вышло. Аккуратно. Должно хватить. Как вам уровень мастерства? Штиль 60-й. Машина. Вещь. Сейчас сниму шкурку, затащу. 9 корешков у меня получается. Не 9, там еще один. Еще 2 надо по-любому. Вот так вот. Откапываешь корешки, этот удачно очень. Все, я забывал снять. Как говорится, не до камеры. Тут. Вот этот один выйдет. На один. Нам пока один и надо. Сейчас вот это все вокруг. Здесь еще хорошо, чтобы это пилой не цеплять землю. Все вокруг надо откопать. Полностью откапываешь. Ну, блин, могучий. Корешок небольшой. До самого дна. Начинаешь копать, и тут комарьё лезет. Не знаю, видно на камеру, нет. Может, у меня на лице будет видно. Но они, по-моему, кругом твари. Все, закончил я. Видите, фронт работы выполнил. Сегодня большой. На одну лодку здесь хватает.
Спину я уже немножко подорвал. Завтра на работу не буду я. Решил еще один заход сделать. Не выматывать себя. Так что до встречи. Комментируйте, ставьте классики. Кому нравится. Не забывайте подписываться. Подписывайтесь.